все. Өзің таныштыр. Абдусаттаров Бабур Мырза. Абдусаттаров Бабур Мырза? Қайырдансың? Анжон. Анжон қайырда? Яңғы базарда. Яңғы базарда? Да, учетта. Шел, забрал паспорт Аня него. Если не даешь, жизнь отдаешь как бы. Либо был заложником. А потом пришли они. Сначала меня позвали, он помил до того времени. И потом его тоже привезли, что угрожали. И потом... Кто именно угрожал? Они все... Пошел, забрал паспорт Аня него. Если не даешь, жизнь отдаешь как бы. Либо был заложником. А потом пришли они. Сначала меня позвали, он помил до того времени. И потом его тоже привезли. Что угрожали. И потом... Кто именно угрожал? Они все оба толпой сидели. Вот как вот так сидим. А около них я был. Потом начали, его позвали. Обоих уже, когда он пришел, забрал паспорт Аня него. Если не даешь, жизнь отдаешь как бы. Либо вот так да, а да. За что ты паспорт ему должен дать? Они сказали за то, что вы устроили тут цирк, типа, да? Вот такого. И. А что цирк? Что за цирк? Мы подошли, своя зарплата. Мы попросили. Из них одного блин был. Он вышел и из них самый молодой один пацан был, на него он ударил, орал, ну ругался вообще, мотор не открыл. Потом из-за того он ударил у него и никто же не будет же глаза закрывать, начался драк. Они уже 80 либо 70 человек были, с толпой избили нас. И остальные убежали, мы обои остались только, а нам не трогали они. А потом сказал, блин, если... Этих ребята не зовешь сюда, с машины обои будем разорвать. Турки, да? Да, да. Вот так и словом сказал. Хорошо. Это офис, да? На той сторону офис. Вообще внутри. Это Крокса. Вот это главный офис. Там а еще РСС. Кто главный подрядчик? Крокс. Крокс. Они субподрядчики. Да, да. А как называется компания? Герб. Герб, да? Да, да. А у них офис отдельно стоит где-то? Нет, отдельно, внутри. А, внутри это да. Вы сейчас можете зайти сюда, внутри? Мы не можем. Там с пропуска, да? Да. А полицию вызвали, да? Мы вызвали полицию. Из города сейчас тоже вызывайте. И оттуда вызвали. Они прошли. Вот тут мы прямо тут стояли. Не знаю, начальник сейчас ходил. Они внутри что-то общались, и вышел он, нам сказал, давай подойдите ко мне. Мне лично сказал, подойди ты ко мне. Заявление напишешь, объяснение. Я написал на него. Сказал, что я ему попросил, командир, помогите нам, чтобы так и мета забрать, остальные-то решим. Он сказал, я по деньгам не могу решить. Дайте тогда нам хотя бы помогите нам, чтобы вернуть паспорт. Паспорт вернут и нам куда-то добраться, мы на улице оставимся. Он сказал, я вам ничего не могу помочь. Все. Не надо было паспорт отдавать. Так же сказал. И все. А вы вопрос не задали? Они умеют право нас отобрать? А заявление, паспорт? Когда принял, он тебе какой-нибудь номер заявления. Куст номер. Ничего, ничего. Куст номер нет. В течение
2 недели он звонил, и он позвал нас. Когда мы уже с посольством сколько раз ходили, они помогли нас. Потом мы пришли сюда, тоже он объяснение написал, а заявление ничего. Что потом сказал? Сказал, когда будет готово, заявление написать. Я им сказал, а что наш документ там? Он говорит, еще не вернули вас. Я говорю, вы же полицейский. А где Мужского находится? Илинское село. У вас есть, да, его номер телефона? Да, да, да. Его номер. Давай сейчас.